Если конкретизировать, сегодня посмотрим модель Dreamy F9 Pro, коробка с которым уже стоит на нашем столе. Фасад упаковки иллюстрирует внешний вид и основные преимущества устройства, но так как мы не в магазине и можем сами проверить все это на практике, долго рассматривать не будем. Лучше сразу перейдем к распаковке. Внутри нас встречает документация, включающая инструкцию на русском языке, сам робот-пылесос, кабель питания, компактная зарядная станция, запасная лучевая щетка и резервуар для влажной уборки с салфеткой. На нем есть резиновая заглушка, чтобы удобно заливать воду, а с обратной стороны крепится та самая салфетка, просто попадите в специальный карман и зафиксируйте ее на липучках. Стоит отметить, что салфетка не линяет и плотно держится даже после длительного использования, это мы уже проверили, поэтому насчет надежности переживать не стоит. Да, комплектация может быть не самая богатая, если сравнивать с дорогими моделями роботов-пылесосов, но в целом удовлетворяет все потребности на начальных этапах. О зарядной станции можно сказать лишь то, что она довольно компактная, а потому не занимает много места в квартире. Но давайте к самому интересному. Как вы уже заметили, робот-пылесос выполнен в белом цвете, что на самом деле хорошо, так как на нем не будет видна пыль, как, например, на темных глянцевых аналогах. В целом дизайн сдержанный и минималистичный, поэтому он точно впишется в любую обстановку. Спереди есть подвижный бампер, который смягчит соприкосновение со стенами и мебелью. В нем уже установлены датчики для лучшего ориентирования и построения карты. К слову, это модель с лидаром, который по классике расположен сверху, так что о точности навигации можно не беспокоиться. Рядом есть кнопки для быстрого ручного управления, это возврат на станцию и запуск стандартной уборки. Но перед тем как нажимать, сначала проверим, что скрывается под крышкой сверху. Конечно, если вы уже знаете примерное устройство роботов-пылесосов, то догадались, что кроме щетки с ножом для устранения пыли и волос, там находится пылесборник. Вынимаем и видим краткую инструкцию, которая расскажет, как с ним обращаться. В принципе, чтобы избавиться от собранного мусора, достаточно просто открыть резервуар. К слову, тут же есть фильтр, который не позволит пыли выбраться наружу во время работы, то есть весь воздух, который выдувается через отверстие сзади, абсолютно чистый. Фильтр можно мыть, но перед установкой обязательно его просушите. Из интересного, под крышкой есть кнопка перезагрузки и индикатор Wi-Fi соединения. Они соседствуют с наклейкой, содержащей QR-код мобильного приложения. Но к этому вернемся чуть позже, а пока посмотрим, что есть с обратной стороны Dreamy F9 Pro. Пылесос передвигается на больших колесах, протектор которых не позволит скользить на мокром полу. Для плавного проезда препятствий они утапливаются внутрь, что обеспечивает качественную амортизацию. В самом центре находится съемная турбощетка. Ее поместили под специальный фиксатор, оборудованный всем необходимым, чтобы избежать наматывания проводов и волос. Чтобы почистить саму щетку, просто вынимайте ее, делайте свои дела и вставляйте обратно. Слева вверху устанавливается та самая лучевая щетка, она собирает мусор и подталкивает его прямиком в пылесборник. Также есть поворотное колесо, рядом с которым расположились контакты зарядки, а вот эти черные датчики отвечают за определение перепадов высоты. То есть можете спокойно пользоваться F9 Pro в помещениях с лестницами и не опасаться за его сохранность. Вот наглядная демонстрация, как это работает на практике. Какой вывод можно сделать на данном этапе, исходя из комплектующих и устройства самого робота? Набор дополнительных опций, как выяснилось, не самый богатый, но при этом качество самих расходников, например, салфетки или лучевой щетки, говорит о том, что долгое время после покупки обновлять их не придется. Сам пылесос обладает всеми базовыми технологиями, которые потом помогут в автономной уборке вашей квартиры. А чтобы процесс был еще более эффективным, качайте то самое приложение Dreamy Home. Можете отсканировать QR-код на корпусе или в инструкции. На экране появится детальная подсказки, так что справится, как говорится, даже ребенок. Настраивайте процесс в соответствии с вашими требованиями. Можете выбрать режим сухой, влажной или комбинированной уборки, так как Dreamy может делать все это одновременно, что экономит время минимум в 2 раза. Кроме перечисленного, настраивается сила всасывания, интенсивность подачи воды, последовательность уборки и прочее. После построения карты можете применить разные настройки к определенным зонам помещения. При работе с картами можете устанавливать виртуальные стены, обозначив запретную зону. В настройках программы можете блокировать кнопки на корпусе, включать усиление мощности на коврах, менять громкость и так далее. В общем, как вы понимаете, опций довольно много. Просто проверьте, какие параметры подходят вам, сохраните их и задайте расписание, чтобы робот-пылесос сам занимался уборкой без вашего участия. Кстати, если батарея разрядилась прямо в процессе, F9 Pro сам поедет на зарядку, а потом также продолжит уборку с того места, где и остановился. От вас нужно лишь вовремя добавлять воду и опустошать пылесборник.
Перед первым запуском уберите с пола все лишнее и правильно расположите зарядную станцию. Убедитесь, что ничего не мешает возврату на базу. Ну и предварительно ознакомившись со всеми характеристиками, которые уже находятся на вашем экране, можем приступать к тестам. Но прежде, так сказать, пользуясь случаем, призываем вас подписаться на канал, чтобы не пропускать следующие обзоры. Ну и от лайков, конечно же, не откажемся. И вот теперь, когда все формальности выполнены, давайте проверим, сходятся ли все обещания с тем, что мы получили на практике. Робот-пылесос работает так же тихо, как заявлено в инструкции, даже на максимальной мощности. Хорошо убирает ковры высотой до 2 см и устраняет свежие пятна. Учитывая, что за один проезд без подзарядки он может убрать до 160 квадратных метров, можете быть уверены, весь дом будет в чистоте. Датчики работают корректно и правильно строят карту. Учитывая стоимость, которую можно проверить по ссылкам в описании, не будем концентрироваться на минусах вроде не самой богатой комплектации, так как все расходники без ущерба кошельку легко можно заказать в будущем. Dreamy F9 Pro отлично подойдет в качестве первого робота-пылесоса, либо полностью заменит устаревшие модели. Именно поэтому мы рекомендуем обратить внимание именно на него. А на этом сегодня все. Подпишитесь, чтобы смотреть еще больше топов и обзоров, и до встречи в следующих видео.